Привет! Как вам состояние секатора? Я его купил новым. Через некоторое время он куда-то исчез, пользовался не я. Через пару лет я решил сделать карусель и откопал один из столбиков заборных. Он был не нужен, я его выкопал, перевернул, вытряхнул из него всю гадость, которая была там внутри. И там оказался секатор. Если найду фотографию, я вам оставлю. Столбик этот ушел на карусель. Кому интересно, ссылку оставлю в описании. Там уже 6 миллион просмотров добегает. Этот валялся дальше. И тут я подумал, а ну-ка я попробую его отреставрировать. Не знаю, что получится, просто эксперимент. Возможно ли такой безнадежный вариант восстановить? Возьмем воду и лимонную кислоту. И опустим туда секатор. Оставим его на сутку и посмотрим, что будет. Вот видим, что реакция уже начала происходить. Выделяется кислород, или как его там. Прошли сутки. Баночка похожа на одну из тех, что стоят в школах, в кабинетах по биологии или химии, не помню. Там, где всякая гадость в баночках. Но уже есть результат. Я думаю, это стоит достать и промыть водой. Видите, уже начала отъедать ржавчину. Ручка здесь резиновая. Думаю, стоит продолжить эксперимент. Давайте это помоем. Как видите, за одну сутку уже есть кое-какой результат. Они еще пока не работают. Я думаю, еще по чуть-чуть покиснут, и я их смогу открыть. Прошли вторые сутки. О, уже и крутилка крутится, штопор. Ну как вам результат? О! Начали работать. Так. Пружина здесь закисла. Пружину попробуем подвигать вот так. Видели, пружина ожила. Ставим ее на место. Немного разработал секатор, ожила и пружина. Вот прекрасно все работает. Вот фиксатор работает. Пакет лимонной кислоты стоит копейки. Всего за 2 дня я ничего не делал, просто окунул их в раствор, и они очистились. Потом зубной щеткой протер, краской брызнул, и все, инструмент готов. А так бы выбросил. Если честно, меня результат очень удивил, так как этот инструмент лежал у меня в ведре с металлоломом, который я хотел сдать. А потом подумал, а чего же не попробовать? Как видим, такое бывает. Оживил мертвеца, называется.
Правда, ручки я так и не смог отмыть. Это пористая резина. Кто знает, чем их можно отмыть, скажите. Напишите в комментариях. Я их оставил так, не стал красить. Это все-таки рабочий инструмент. И работу он свою будет делать дальше. При том, что в лимонной кислоте он еще и сам заострился. Он реально очень острый, как лезвие. Так что, кому понравилось, ставим палец вверх. Не забываем подписываться на канал. Удачи вам, до новых встреч, пока. Подпишись, а то вдруг пропустишь новое видео. Да-да, я серьезно.